Поздравления с 30-летием сегодня принимает хоккейный гений, нападающий Вашингтон Кэпиталс, известный по обе стороны океана как Ови, как Александр Великий, как русская машина. В общем, вы все поняли, Александр Овечкин сегодня именинник. И особенно приятно то, что Александр Овечкин сегодня с нами на прямой связи из Вашингтона. Вы себе можете такое представить? Александр, привет, как настроение? Всем привет, все хорошо. Начался сезон. Вот, начинаем готовиться. Александр, ваш юбилей, ваша круглая дата, связанная со знаменательной вехой в вашей жизни, помолвкой. И все это в год овцы, столь почитаемой вами. Вот хочу показать даже нашим зрителям еще коньки Александра Овечкина. На них ведь тоже одно время красовалась овечка. У нас есть, кстати, для вас подарок. Александр, здравствуйте. Помните, мы как-то записывали с вами интервью? Да. И вы сказали, что любите, когда болельщики вам дарят игрушечных овечек. Но при этом мы помним, что вы мечтаете о своей ферме. И поэтому мы надеемся, что эта овца будет дебютом на вашей ферме. Хорошо, спасибо большое. И предлагаем сейчас... Ее на дачу к родителям надо отвезти. На дачу к родителям? Да. Предлагаем вам ее назвать. Я даже не знаю, ну... Первое, что приходит в голову. Россия. Майка Россия, что? Овца Россия? Да. Ой, она вам отлеет, ответила, надеюсь... Похоже, ей нравится, она мимикает. Согласна, отлично. Но еще есть такая традиция, стриженная овца, это к деньгам, к благополучию. И поэтому мы сейчас предлагаем ее немножко подстричь. Давайте, да, давайте. Никит, помоги, а то она уже тут пытается... А ты стричь-то, стричь-то ее сумеешь? Давай, я ее буду держать, а ты тогда будешь стричь. Да. Так, Россия, овца Россия, я напоминаю всем, что это подарок Александру Овечкину к его 30-летию. Александр, ну пока россияна стрижет ваш подарок, расскажите, вы уже знаете, как будете праздновать свой день рождения? Пойдем... Просто в ресторан со всеми русскими ребятами, кого я здесь знаю, просто посидим и ничего такого сверхъестественного мы делать не будем. Поделитесь, пожалуйста, чего вы себе больше всего желаете в своем личном новом году? Ну, кроме свадьбы, разумеется. Желаю побед, здоровья, самое главное. Да и всем людям желаю здоровья. Вот, а себе побед и всего самого лучшего. Пусть все сбудется лучшим образом. Ой, а покажите, пожалуйста, кто там с вами? Это же ваша невеста. Да, она здесь. Давайте поприветствуем Анастасию и помашем рукой телезрителям телеканала «Звезда» в этот знаменательный день. Всем привет. Здрасте, Анастасия. Вы готовы вот к такой вот овце в своем хозяйстве? Это вот что-то новенькое. Да, она очень миленькая, ей всего несколько месяцев. А кто будет из вас ухаживать за ней? Ну, кому подарили? Ну да, привет. Как зовут? Россия. Россия. Почти тезки. Почти тезки. Ну, отлично. Мы желаем вам отличного дня. Всего самого-самого доброго. Спасибо огромное, что нашли для нас время. Поздравляем, и пусть все сбудется, все самым лучшим образом. Так, овечку мы доставим родителям. Россияна, давай помашем рукой нашим. Юбиляром, гостям студии «Новости дня». Хорошего вам праздника! Спасибо огромное. Спасибо. И благодарим наших телезрителей за внимание. Напоминаем, что на прямой связи со студией «Новости дня» из Вашингтона выходил Александр Овечкин. Легендарный нападающий отмечает 30-летие. Больше новостей на нашем сайте tvzvezda.ru. Благодарю за внимание.